Всем огромный привет, ребят! Сегодня мы с вами будем снимать очень классный челлендж. Челлендж называется «Нарисуй фигурку за 15 минут». У меня здесь есть Варя. Привет! У нас тут много классных цветов пластика, бумажки, которые мы будем выбирать и смотреть, что нужно будет нарисовать. У нас всего будет 15 минут, и за эти 15 минут посмотрим, кто какие рисунки нарисует. Варь, ты готова? Да. Все, у нас ручки тоже готовы к бою. У Вари ручка фиолетового цвета, у меня голубая. Поэтому сейчас выбираем бумажку. Ответственный момент. Варя, давай, ты первая. Что у нее там написано? Ёлочная игрушка. О, новогодняя тематика. Класс. Да. Так, какую мне выбрать? Давайте вот эту. Кстати, у меня облачко, представляете? Вот, но я постараюсь нарисовать что-то прикольное и красивое. Итак, я беру с собой тоже листочек. И мне нужно нарисовать облачко, которое я буду потом рисовать 3D-ручкой. Ну, Варя там уже рисует. Я думаю нарисовать вот такое облако. И сзади этого облака будет вот такое вот солнышко. И вот тут еще одно облако. Ничего себе, Варя рисует, да, ведь это мороз. Понимаешь? Не. А что это такое? Какой-то плохой Гринч. А, это Гринч. Ничего себе. Мне кажется, Варя в искусстве просто перерастает меня. Посмотрите вот на это. А сейчас посмотрим на Варин рисунок. Просто смотрите, какая красотень. Итак. Что нам нужно сделать дальше? Нам нужно выбрать цвета пластика, которыми мы будем рисовать. Самое главное, зеленый. Зеленый. Гринч. Красный. Или не нужен? Ой, белый для пиликов. И можно куда-то свернуть какой-то неоновый цвет. Например, зеленый. А, мне нужен только белый и желтый. Ну и пластика черный цвет. Ничего себе, просто у Вари фигурка, которая... огромные цвета. Вот. У меня просто желтый и просто белый. Кстати, пока мы закидываем наш пластик в ручку, все, что у нас сейчас на столе, это от нашего бренда Unit и Spider-Pen. Вот такой огромный классный наборчик. И пластик. Сейчас мы используем ПЛА. Ждем, пока пластик у нас выходит из ручки. 15 минут, стартуем! Бай, уже там шапку рисует. Надо ее доказать быстрее. Как рисуете? Если скорость сделать нормальную, то даже очень хорошо. А ты вообще дома рисуешь 3D-ручкой? Не 3D-ручкой, но если просто ручка, карандашом, чем угодно, то очень здорово. Так, я тут обвожу свое облако. Надо вот тут вот скорость поменьше сделать, потому... Варя уже эксперт. Да. Учит всех вас. Да. Я сегодня решила подарить Варе набор с этой ручкой, так что в конце видео я кое-что вам тоже расскажу. Интересно. Можно, в принципе, глазки тоже сделать красные. Конечно. Я тут заливаю свое облако. Мне красный цвет больше не нужен. Я свою сделала с красным. Теперь мне надо взять, я думаю, зеленый. Поэтому оттягиваем красный цвет и ждем, пока вы готовы. Ну все, мне, короче, вести видео не надо, Варя всем займется. Короче, в следующем видео Варя одна выйдет. Вот смотрите, как удобно. Варя порисовала и закинула все в коробочку. Не надо потом их распутывать. Ну, очень да. Удобно. Классная вещь. Да, мне попалась прям очень легкая фигурка, но мне кажется, Варя сейчас сделает просто мощь. Лучше меня нарисовать. Важное правило после того, как меняем цвет. Варь, какое? Надо вытащить, главное, другой цвет еще. Да, подождать, пока из кончика носика выйдет другой цвет. Во, огонь. Да, еще важное правило, когда мы рисуем, это плотно прилегать сам кончик носа к бумаге либо кальке, на которой вы рисуете, чтобы эта вся история закрепилась. Получается, Варь? Да. Я вот убираю скорость, она все равно быстрее. У меня была другая плохая ручка.
хочет, чтобы ты все-таки быстрее порисовала. У нас осталось 11 минут. Уже 10. Уже 10:57. Но торопиться слишком не надо. Можно все в один момент испортить. Это да, потом не исправишь. Лучше не торопясь, но зато как. Я сейчас как будто цитаты какие-то рассказываю. Цитаты из статуса ВКонтакте. Цитаты из статусов в Ютубе. Может, в Ютубе тоже есть цитаты, кто знает. Да, мне попадались даже иногда. Я тут белым нарисовала два облачка. Буду менять цвет на желтый. Нарисую солнце. Все-таки вот эту зимнюю пору нам нужно чуть-чуть солнышко. Я тут меняю пластик на желтый. Кстати, мне очень нравится, когда рисую белым, а потом меняю все на какой-то другой цвет. Это получается очень быстро. Да, кстати, если кто-то купит такую же 3D-ручку, то они могут взять идеи из этого ролика. Видите, Варя научилась рекламироваться. Да. Все, отправляем меня на рекламный контракт. Ну как стоит ровно у меня? Не сказать, что ровно. Ну нормально. Пойдет. 7 минут, офигеть. Я думала, что за 15 минут можно рисовать что угодно. А оказывается, ну из-за того, что смена пластика постоянно идет, то уходит на это время. Причем это у любой ручки. Да, так что не думайте, что вы за 2 минутки быстро все нарисуете. За 2 минутки вы просто включите ручку и вставите пластик. Дам лайфхак, но он может быть плохой. Если она долго идет, можно вот так вот немного так делать. Сломаешь ручку, нельзя так делать. Я, короче, для своих облачков решила сделать вот такую окантовочку, чтобы это было красивенько. Еще почти у каждой 3D-ручки есть вот такая штука, которая... Но если она слишком быстро дает пластик, можно немного ее сделать так потише, чтобы она немного не быстро делала. Варя этим пользуется лайфхаком. Бомбончик сделал. Все, белый закончен. Как красиво, офигеть. Ну, мне на этот раз повезло, у меня получилась просто легкая фигурка. Да. Поэтому жду, когда Варя сделает свой шедевр. Вот у нее вообще шикарная фигурка получилась. Так, белый еще не отошел. Буду наблюдать. Первая брошь есть. Брошь, моноброшь. Носик есть. А мне понравился, классный. Придумала, что я сделаю. Сам будет вся основа в глазах черная. И будет точки неоновые. Чтобы... Ничего себе. Не обязательно же, чтобы было белое. Да, кстати. Вот этот неоновый цвет светится в темноте. Вот, и это очень круто. Я уже почти все ввела. Ничего себе, это вообще мощная. Видите, да, как красиво такая получается у Вари. Потом я забыла сделать дырочку. Поэтому можно сделать потом пимпочку такую. Да, кстати, можно сделать пимпочку и туда потом веревочку закрепить и повесить на елку. Я какая-то быстрая сюда. А потому что у нас осталось всего 1 минута. Представляете, просто на елке висит Гринч, у которого светятся глаза. 10! 9! Все, да, видишь, что я сделаю. О мой бог, смотрите! Ровно 15 минут! Давай, аккуратно. Смотрите, у меня облачко. Вы посмотрите, какой шедевр нарисовала Варя. Чтоб пластик светился прям ярче, надо, чтобы он полежал на свете. Вот такие милашки получились. Вы посмотрите, какой классный Гринч получился. А наш челлендж продолжается. Итак, мы нарисовали свои первые фигурки, они получились реально очень классными, очень красивыми, но у нас здесь очень много бумажек. Вот, поэтому на этот раз выберу первое я, и Варя, выбирай ты. Угу. Открываем. Ответственный момент. Молч. Цветок. Как-то у Вари сегодня все прям попадается, да. Что-то сложное. Вот так вот, видите?
не бояться сложностей, дети. У меня на самом деле все опять легко, но я тут решила попробовать усложнить себе задачу и сделать эти цветки разными цветами. Может быть, баскетбольный сделать? Кстати, да, можно. Либо футбольный. Знаете, у меня в детстве был мяч, который вот так вот половинка была розовая, а половинка голубая. А этот мяч будет не просто мяч, а подарок мяч. А, ничего себе! Поэтому также тут балет сделать. А я на себе должна выбрать. Да, я выберу розовый. У меня новогоднее настроение показки. Поэтому ждем новогоднее. У меня, в принципе, мяч готов. Но это какая-то елочная игрушка. О, прикольно. Будет мяч с бантиком. Мяч с елочной. Это первая попытка неудачная. И вторая, которая получилась как подарок. Так, стоп, мы не засекли время. Ой. Раз, два, поехали! 15 минут. Все. У нас есть ровно 15 минут на создание этой красоты. Тут уже расслабляться нельзя, потому что мы уже знаем, что это такое и с чем его едят. Даже за 15 минут можно не успеть. У меня первая деталька готова. У Вари сегодня вот эти черные белые цвета. Да. Черный мой любимый цвет. Правда, не знаю почему, хоть я почти во всем ярком одеваюсь. Ну да ладно. Вот так вот. А вы думаете, что все любят только розовый? Оказывается, нет. Неоновый. Ну тут я уже возьму такой цвет, он более белый. Ну, когда ты уже пластик выйди. Ой, после черного, кстати, очень тяжело менять пластик. Вроде все. Я тут закрепила себе эту шпажку. Сейчас буду закреплять еще и лепесток. Слишком быстро. А если не профессионально делать, то можно и обжечься. Вот, кстати, да. Есть и такой вариант. Или когда ты еще ни разу не делал. Так что будьте внимательны. Да. Это вещь такая непростая. Вот посмотрите этот ролик, и по нему можно делать. Ничего себе, я просто это... У меня газет сегодня с фигурками, у меня все так быстро получилось. А у меня нет. С маленьким цветок. Да. Фитицветик. Фитицветик? А я тут схитрила. Я сделала два лепесточка по одному цвету, поэтому у меня тут трехцветик. У нас осталось 3,5 минуты, представляете? А ты можешь пока просто поделать, улучшить как-то. Кстати, а вы знали, что из 3D-ручки можно даже украшения сделать? Сережки, да. Даже заколочки. А, и надо было взять все-таки от эпоксидной смолы, сделали бы сережки. Вот, такие вот застежки, если есть у вас, можно сделать классные сережки, либо браслетик, либо еще что-то. Я вот сейчас рискую, хочу попробовать все испортить. Сразу надо положить, потом не распутать. А что ты выберешь, любовь или деньги? О, какие философские мысли пошли. Вот, я думаю, что любовь. Вот, потому что в деньгах нет счастья, в деньгах только есть ресурс. А я вот могу выбрать любовь... Любовь и деньги. Богатую любовь. Богатую любовь. А что выберете вы? Просто деньги. Пишите в комментариях. Кстати, с белой водкой тоже прикольно получается. Очень интересно. 3, 2, 1... Ничего себе, Варя, просто секунда в секунду. Да, просто посмотрите. Хитрю. Настоящий профессионализм. За 15 минут успеть сделать любую фигурку. Мы уже попробовали две, и все равно у нас получилось. У меня как-то сложно и объемно, а у тебя необъемно, легкое и красивое. У меня вообще просто получались какие-то легкие фигурки. Ну, может быть, в следующий раз. У меня есть возможность что-то сделать легкое, поменять. А нет. Даже, а вот теперь он как-то светит. Даже к обычной бумаге не прилипает. Вот я думаю, даже очень хорошо получилось. А у меня получился вот такой цветок. Короче, это все соединяем, получается цветок с мячиком. Вот, идеальный подарок на Новый год. Да, кстати. Ну что, ребят, мы сделали две фигурки, и за 15 минут мы успели сделать все. У нас еще очень много бумажек,
Поэтому мы будем это все рисовать в следующих видео. Что ты скажешь напоследок? Подпишитесь на канал. Подпишитесь на канал. Мы для вас очень старались сделать интересное, классное видео. Этот челлендж, если вам понравилось, нужно поставить большой, огромный лайк. Большой, огромный лайк. И написать в комментариях, какие видео вы хотите увидеть в следующий раз. Вот, так что всем пока.